Всем привет, дорогие мои любимые. Вышел записать видео, подышать свежим воздухом. Вечерняя прогулочка. Покуда не скользко, можно походить. Уже завтрашнего дня передают снег или мокрый снежок такой. Потом будет, как всегда, обледенение. В общем, такие дела. У меня все по-прежнему, без изменений, так сказать. У нас маршрутки, говорят, не ходят и ходить не будут походу еще. Оказывается, даже договоров не было, да, с транспортными компаниями этими. За последний год подняли цену в троллейбусах до 3 гривен. В общем, такие дела, ребятки. Сейчас я подключился. О, свет. На улице, я так скажу вам, светло, свежо, светло. Не светло, но свежо. Все так. Не знаю, как качество видео это. На фронтальную камеру снимаю. У нас сделали дорогу, так теперь ты через дорогу не перейдешь. Возле дома у меня. Всем спасибо, кто смотрит. Будем дальше смотреть, что будет у нас в Черкассах с этой транспортной реформой, так сказать. В общем, такие дела, ребят. Вышел так на пару минут пройтись, подышать свежим воздухом. На улице свежо-свежо. Подписывайтесь на канал, кто не сделал этого еще. И дальше будет веселее. Всем пока.